Пока я выбираю место, откуда я буду наблюдать за боями, Миланочка веселится. Эдвин с друзьями со спортклуба, где занимается смешанными единоборствами. Ребята готовы к соревнованиям, каждый из них собран духом. И самое главное, у них отсутствует страх. Молодцы, пацанчики. Ребята, и самое главное, отсутствует страх. Все, можете расслабиться. Спасибо. Юные бойцы Эдвин и его команда отрабатывают ударную технику. Разминка перед турниром. Заезд, если хочешь, только немного. Как приближается нас? На это надо. И как вот это? Турнир по смешанным единоборствам ММА открыл Эдвин. Его бой был первым и сразу призовое место. Красава племя. Поддержка бати Эдгара и дяди Гора дала о себе знать. Эдвин завершает турнир по смешанным единоборствам, выходя с флагом Федерации ММА на торжественное построение после окончания боев. Just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me. Supersonic. Supersonic.
Эдвин занял второе призовое место. Ему вручили медали и грамоты. Батя, мысли от Эдгара, и дядя, просто Гор, гордимся сыном и племянником. Турнир окончен. Участники, судьи, тренера и президент Федерации ММА собрались для дружеского фото на память. Было много ребят из различных городов. Эдвин с его командой с кубками в руках и флагом. Бои были с адреналином и остался доволен. Поздравляю.